Попасть в закулисье и надеть сценический костюм любимого героя можно было в минувший уикенд. В Краснодаре прошел фестиваль «Театральная бессонница». В субботу тысячи зрителей посетили лучшие постановки городских подмостков. В Краснодарском театре драмы зрители представили спектакль-балладу «Рядовые» в постановке армавирских коллег. В музыкальном театре обратились к легендам краснодарской оперетты. По словам организаторов, все представления прошли при аншлаге. Полные залы, бурные овации – лучшее доказательство того, что театральная бессонница удалась. После зрителей провели по закулисью, показали мастер-класс по хореографии, сценической речи. В фойе каждый мог примерить костюм любимого героя и получить автограф любимого артиста. Есть возможность большая у посетителей театра и любителей театра, как бы почувствовать за кулисами. Вот у нас будут артисты проводить как бы экскурсию по театру. И есть возможность тоже примерить сценические костюмы. Очень понравилось. Вообще сама идея впечатляет, как бы поднимает настроение в выходные. Это вообще чудесно, особенно с детьми. Сами видите, да, улыбки на лице, ну вообще чудесно. Любители классической литературы вместе с актерами прочитали произведения Чехова. Каждый мог пообщаться с артистами и сделать фото. Добавлю, что в этом году акция проходит в рамках регионального фестиваля «Кубань театральная» и посвящена памяти народного артиста СССР и бывшего режиссера драматического театра Михаила Куликовского.